Накануне был произведен еще один успешный запуск в Белом море. С борта атомохода «Дмитрий Донской» запущена новейшая баллистическая ракета «Булава». В установленные сроки главная часть ракеты приземлилась на камчатском полигоне «Кура». Пуск был произведен из подводного положения крейсера. Нынешние успешные испытания «Булавы» – баллистической ракеты морского базирования, которая предназначена для вооружения новейших атомных подводных лодок, прошли после трех неудачных пусков в прошлом году.